Самым страшным и должно быть самым трудным в жизни так называемого творческого человека является то, что вы не имеете ни малейшего представления, откуда действительно приходят любые ваши идеи. И уж тем более у вас нет ни малейшего представления о том, откуда они могут прийти завтра. Думаю, человеку от рождения свойственно сделать что-то и посмотреть, как люди на это отреагируют. Мы делаем то же самое, подобно тем, кто расписывал пещеры. Мы создаем обстановку, в которой нам будет комфортно, интересно, или которая вызовет ту реакцию, которую хотел коммуникатор. Три верхние фигуры в традиции Цимшан являются сторожами. Сторожа следят за домом и всем, что в нем находится, и являются оберегами. Они расположены на орле, который является покровителем клана резчика. Ниже расположены старейшины. В ладони находится подношение или подарок. Фигура у основания — это лягушка с лягушонком на спине и представляет нас. В культуре Цимшан лягушка также является посланником. Как-то я был на ТВ-шоу с Дэвидом Сайтесом. Он сказал: «Господа, что такое реклама?» Парень из Джей Уолтер Томпсон 5 минут говорил о рекламе, маркетинге и о том и о сём. То есть я понятия не имел, о чем он там говорит. И тогда ведущий сказал: «Джордж, почему у тебя такое лицо?» Камера переключилась на меня. Я ответил: «Дэвид, мне кажется, эти двое говорят о каком-то другом бизнесе». И он сказал: «По-твоему, что такое реклама?» И я сказал: «Я думаю, что реклама — это ядовитый газ». Ядовитый газ. Реклама должна поднимать настроение, должна душить. У вас могут пробежать мурашки, и, возможно, вы должны потерять сознание. На самом деле, это романтическая история. Билл Бернбах, Нед Дойл, Боб Гейдж и я. Все мы работали на серое агентство. Однажды Билл пришел в офис к Бобу и сказал: «Мы собираемся сделать это, Нед Дойл с нами». И я подумала: «О боже, он самый симпатичный продавец из всех, что я видела». У него был друг, Мак Дейн, с которым он играл в теннис. И я сказала: «Дол Дейн Бернбах, он отлично справится». Когда мы начали, нас было 14 человек, включая телефонного оператора. Меня они называли копи-шеф. Те же очки, видите? Я не думала: «Ну все, теперь я захвачу весь рекламный бизнес». Правда, я так не думала. Знаете, я и понятия не имела, какой это был важный шаг. Я знала только, что это интересно. Реклама до конца 50-х, когда пришел Билл Бернбах, была чем-то вроде мужского клуба. Хорошая школа, нужные связи. И так продолжалось в течение многих лет. Ничего нового, одна посредственность. Поначалу у него не было никаких шансов. От него ждали осечки, чтобы его подловить. Но они его так и не поймали. Он поймал их. Билл Бернбах привнес в рекламное дело творчество, поместив арт-директора в той же комнате, что и копирайтера. Раньше этого никто не делал. В Джей Уолтер мой текст рассматривался арт-директором на другом этаже, и мы никогда его не обсуждали. Никто из арт-директоров не принимал участие в этом процессе, но Бернбах сказал: «Арт-директор, встречай копирайтера. Поработай-ка вместе с чистого лица». Думай мало.
лимон. Совершенство. Никто не совершенен. Думай мало. Volkswagen, конечно, был самым знаменитым. Все ненавидели этот маленький немецкий автомобиль, потому что с войны прошло не так много времени. Никто не верил, что уродливый немецкий автомобиль будет продаваться. Настолько было тяжелое отношение к немцам и к войне. У них всегда был отличный копирайтинг. Я хочу сказать, у них было много хороших слоганов, вошедших в историю рекламы. Они смеялись, когда я сел за пианино. Я бы прошел милю ради Camel. Думаю, их наберется тысячи. Что арт-директор привнес в процесс производства рекламы, так это поиск большой идеи. 6, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. У нас есть выбор: построить мир, в котором все Божьи дети смогли бы жить, или блуждать в темноте. Либо мы должны любить друг друга, либо умереть. Голосуйте за президента Джонсона 3 ноября. Ставки слишком высоки, чтобы остаться дома. Моя мать была очень тихой. Я редко видела отца. Он был водителем скорой помощи и вернулся с войны в клинической депрессии, так что большую часть времени он старался не показываться на глаза окружающим. За обедом, когда мы ели, никто не говорил ни слова. Никто никогда не болтал со мной о том о сём. И я думала, что люди, которые являются одиночками, или у которых в юности были трудности, которые они должны были преодолеть, думаю, благодаря этому они обретают силу, которая бывает очень полезна в жизни. Все думали, что я буду актрисой, это было неизбежно. И моя мать, пытаясь вытащить меня из Польши, штат Огайо, отправила меня работать в театр, потому что мои родители не могли позволить себе оплачивать уроки чечетки или уроки пения. И вся моя жизнь изменилась, потому что она стала театром. С первого момента, как только я начала работать в рекламе, это было в универмаге. Весь опыт, полученный мной в театре, начал работать на меня. Переход к Дойлу Дэйну сделал меня абсолютно ясным, что я была права с самого начала, и это было самое лучшее дело, которым я могла заниматься. Разве это не замечательно? Поэтому я ушла из Дойл Дэйн Бернбах и перешла в Джек Тинкер, где на какое-то время взяла все в свои руки. И пока я там работала, я пыталась заставить своих клиентов делать по-настоящему большие проекты. Человек, работающий в рекламе, должен быть творческим и уметь продавать. Эти люди — продавцы и артисты, два в одном. У нее было идеальное сочетание этих двух качеств. Это было время, когда авиакомпании только вышли из оборонной промышленности. Они не заботились ни о еде, ни о других услугах на борту. Когда вы летели на самолете, там было ужасно скучно. Все выглядели как офицеры в армии. Но вся рекламная кампания Бранев была на моих плечах. У нас была куча идей, горы бумаг повсюду, и мы уже возненавидели все на свете. И она вошла в комнату уже в 15-й раз и посмотрела на что-то в мусорном ведре рядом с моим столом. Она увидела там кусок смятой бумаги, и она вытащила ее, рассмотрела и спросила, что это? Мы придумали это днем, но решили выбросить, потому что это слишком очевидно. Она говорит, очевидно? Да это прекрасно! И она сказала, сделайте это. Бранев Интернешнл стала самой красивой авиакомпанией в мире. Мы наняли Эмилио Пуччи для разработки нашей формы. Наши стюардессы носят двухстороннее пальто цвета зеленого миндаля и абрикоса, шлемы космонавтов для защиты от дождя, красные скафандры, а иногда кое-что поудобнее. Мы наняли Александра Жирара сделать наши самолеты. У нас есть синие самолеты, оранжевые самолеты, желтые самолеты. Вы можете летать с нами 7 раз. И вам ни разу не попадется один и тот же цвет. Внутри также 7 разных цветов гамм. И поскольку мы летаем в Мексику и Южную Америку, искусство из Перу, Бразилии, Аргентины, ча-ча-ча.
Braniff International объявляет о конце простых самолетов. Мы не отвезем вас туда, куда вы хотите быстрее, но вы запомните этот путь. Когда Мэри пришла в голову идея раскрасить самолеты, она продала ее, и, поверьте, недешево продала свою идею Braniff и заставила их это сделать. Она руководила процессом оформления самолетов, создания формы, наняла Пуччи и Александра Жерара, она собрала всех игроков, реклама была последним звеном всего процесса. Нужно было представить все это миру. Это было время, когда люди любили маркетинг. И они его получили. Они понимали, что мы все веселимся друг с другом. Мир был довольно скучным после войны и депрессии. И людям нравились забавные идеи. Жизнь вдруг стала веселей. Поверни налево. Я не могу, когда ты на меня смотришь. Хорошо, поверни налево. Не здесь. Неважно, как вы относитесь к Рэббел, ее очень трудно повредить. Ну как? Намного лучше, чем вчера. Мы сделали серию сценок, что-то наподобие ситкома. Им очень нравилось дополнительное веселье, которое мы им давали. Там грузовик. Какой грузовик? За автобусом. Каким автобусом? Рэббел сделан для худших водителей в мире. Должен ли я включить стеклоочиститель? На данный момент похоже, что повстанцы собираются пережить учителей. Способ, которым в Нью-Йорке избавлялись от своих действительно плохих сотрудников, был посылать их в один из внешних офисов. И так они поступили с худшим человеком во всем креативном отделе. И сделали его креативным директором в Сан-Франциско. Когда я пришел в бизнес, творческих людей в нем было не так много, потому что творчество — это было слово, которым люди почти не пользовались. Люди из рекламы были клерками. Это были парни в серых костюмах, которых вы видели в фильмах. Творческие люди были тогда никем. Я тоже так думал и хотел быть таким же, потому что я считал, что те, кто носил жилет и галстук, и такую маленькую смешную шляпу, и тому подобное, важные люди. И я старался в течение примерно 6 месяцев, но это была худшая работа, которая у меня была когда-либо. Наконец, в конце 60-х я провел рекламную кампанию для банка. Это был старомодный банк со старомодными клиентами. Некоторые из них почти умерли, а другие уже собирались, и они пытались заменить тех людей на молодых клиентов. Я решил, что здесь не о чем говорить. Я пошел к президенту банка и сказал: «Вы знаете, я думаю, что мы должны сделать вот что. Мы должны взять часть ваших денег и нанять автора, чтобы написать песни о молодежи и их жизни, и как их жизнь меняется и тому подобное». Мы только что начали жить, белое кружево и обещание, поцелуй на удачу. И мы на нашем пути. Мы только начали, до восхода солнца. Вам предстоит долгий путь. Мы наняли Пола Уильямса, чтобы он написал для нас песню «Мы только начали», которая стала номером один в стране. Мало того, что у нас получился общенациональный хит, мы создали один из самых замечательных рекламных роликов того времени, в котором ничего не говорилось, кроме «Вам предстоит долгий путь, мы хотим помочь вам добраться». И все. И люди начали приходить в банк в большом количестве, просить денег и тому подобное. Банк, в конце концов, решил, что ему это не нужно, потому что у этих людей не было денег, а банк не хотел давать им деньги, потому что у них не было никакого обеспечения. Это было своего рода началом того, что стало происходить в Сан-Франциско. Я занимался серфингом с 12 лет. Потом я был призван в армию. И в армии я служил с ребятами, которые выросли в Нью-Йорке и уже закончили колледж. Они уже начали свой путь профессионального роста. Они упустили возможность пожить полной жизнью, пока ты молод, полон сил, сексуален. До того дня, как я умру, я буду рад, что вырос на пляже в Калифорнии. Я Ли Клоу, и вы в лос-анджелесском офисе
TBWA Chiat Day. Я всемирный представитель и главный креативный директор. Когда я пришел в бизнес, я работал на агентство, которые представляли из себя то, что происходит с рекламным бизнесом, которым управляет недобросовестный человек. Он сделает все, чтобы сохранить клиента, он сделает все, чтобы заполучить клиента, и в основном в таких компаниях руководство презирает весь креативный отдел. Эта фраза «Насколько большой логотип вам нужен, сэр?» Все, о чем они думали, это достать из клиентов деньги и дать им то, что они хотят. Это формула, из-за которой в нашей отрасли появляется так много плохой работы. Мне казалось, что нечестно позволять клиентам требовать сделать для себя посредственную работу, а затем платить нам за это, в то время как мы стремились сделать что-то лучшее. Так что я возглавил команду восставших. Это было что-то вроде «Мы не можем здесь оставаться, это мастерская дьявола, мы должны найти агентство, которое верит в правильный материал». И мне повезло, что я нашел Chiat Day, которая в те дни только открылась. У Джея Чиата и Гай Дэй был пиратский бунтарский дух, и я пытался в этом агентстве добиться самых высоких результатов. Когда я уходил оттуда, где работал до этого, они сказали, не пускайте его обратно в это здание. Они поняли, что я был раковой опухолью в этой компании, потому что я подстрекал людей к восстанию. Творческие люди, поднимайтесь. Они не могут делать эту гадость. Это мы должны говорить им, что делать. Вы знаете, мы должны быть главными. Я вырос рядом с Западным Бронксом, очень близко в строгом ирландском католическом районе. В самом, что ни на есть, расистском районе. В детстве я дрался, по крайней мере, с 50 детьми, которые потом стали моими лучшими друзьями. Но я должен был отстаивать свой авторитет на районе, я ведь грек. У меня была плохая репутация. Говорили, что я вел себя грубо с клиентами. И знаете, это было так, но не совсем. У меня была глобальная идея, и я показывал ее им. Я старался продать ее им, чтобы сделать их богатыми. Вы знаете, я должен был буквально заставить их стать богатыми. Это сводит с ума. Меня может увлечь простая задача, например, продать новый вид ручки. Ничего себе, посмотрите на эту ручку. Да, она маленькая, она работает так. Ух ты, как интересно. Дайте мне продать эту чертову ручку. Вы знаете, что это за ручка? Это также произведение искусства. Знаете, действительно мог увлечься практически ничем. Он провидец. Он видит вещи, которые не видят нормальные люди. Он знает о том, что они хотят увидеть, прежде чем они сами знают, чего хотят. Он только недавно разработал рекламную кампанию на MTV, и он придумал показывать эту передачу о неизвестном в мире моды. И ему это удалось. Он сказал, у меня есть идея, почему бы нам не взять фото Ральфа Лорена, он старик с белыми волосами, Кельвин Кляйн, немного похож на скалу, и, возможно, Халстон, он мертв. И мы скажем, что ты следующий. И я сказал, нет, вы не можете сравнивать меня с Ральфом Лореном и Кельвином Кляйном. Я имею в виду, я не могу сравнить себя с ними. Это будет выглядеть, как будто я хвастаюсь. Я смотрел на этих ребят, как на богов. Итак, я показываю ему объявление, на котором написано «Четыре великих американских дизайнера для мужчин». А затем «Зип», «Прочерк». Вы знаете, вы должны были заполнить имя Кельвин Кляйн. «Р», «Прочерк», «Ральф Лорен» и так далее. Он сказал, «Черт возьми, ты знал, кто такой был этот Т.Х.?» Я не хотел в этом участвовать. Томми увидел, и у него чуть не случился сердечный приступ, и он сказал, «Я не могу этого сделать». Тогда он усадил меня и сказал, «Послушай, если ты хочешь, чтобы твое имя признали в этом бизнесе, нужны миллионы долларов, реклама, снова и снова и снова, и тогда это случится через много лет. Если ты хочешь, чтобы твое имя было известно сразу же, и люди пошли и посмотрели на твою одежду, нам нужно что-то уникальное. Но его продукту лучше было бы быть чертовски хорошим, потому что если продукт не годится, он вылетит из бизнеса, люди прибегут и купят его товар, а потом выяснят, что это кусок сами знаете чего». Я не спал ночами, потому что думал, это будет конец моей карьеры. Но еще я каждый раз думал, возможно, имя станет известно. Люди увидят одежду, и она ему понравится. Реклама пошла. Люди сошли с ума. All
Вся седьмая авеню говорила, кем он себя возомнил? Он не дизайнер. Ральф и Кельвин работали годы, годы и годы. Через неделю после того, как я запустил рекламу, он был на шоу Джонни Карсона. Я сказал, я не мечтал о такой рекламной кампании. Это придумал господин Джордж Лойс и убедил моего делового партнера, что мы должны ее начать. Это был не мой выбор запустить эту кампанию, но я как дизайнер надеюсь на лучшее с моей компанией и моей одеждой. Но мне действительно стыдно за эту рекламу. И я сделал гигантский рекламный щит на 7-й авеню, на которой были те же слова «Проваливай, Кельвин и Ральф» и так далее. Он прославился буквально за ночь. Но это также повергло меня в смущение. Я понимал, что единственный способ доказать скептикам, что они не правы, это делать действительно хорошую одежду. Так что я буквально засучил рукава и работал как животное, убедившись, что каждая кнопка, каждая молния, каждая петличка для пуговицы, каждый оттенок, каждый кусок материи, все это, все безупречно. Джордж поставил турбодвигатель моему успеху, а затем он просто понесся вперед. Тогда хип-хопперы начали это носить, потом рокеры, потом жители пригородов, папы, мамы, дети, и мое дело превратилось в глобальный многомиллиардный бизнес за одну ночь. Хорошая реклама делает пищу вкуснее, делает автомобили лучше, изменяет восприятие всего. Я думаю, что у человека можно вызвать любое чувство. Вы можете вызвать любое чувство, какое захотите, какое только есть у людей. Кто-то способен играть на пианино, кто-то может петь. Я, как и многие, кто работает в рекламе, родилась с даром определять, что именно заводит людей. Это моя мантра. Вот здесь, вот видите? Грубо и просто. Я попросил, чтобы люди упрощали свои идеи. Однажды я изменил его на простую грубость. Я не бунтарь. Я удивительно гибок. Этот стол из шкалы дизайна Parsons. Каждая царапина на этом столе из художественной школы, и он был со мной до сих пор. У меня никогда в жизни не было другого стола. Я не был очень хорошим студентом, но у меня были идеи. Я как будто чувствовал себя маленьким мальчиком, который видел голову короля. Я видел вещи, но я не знал, что с этим делать. Я вырос в художественной школе Нью-Йорке. И я хотел бы видеть уродство, и я знал, что это уродливо, и хотел это исправить. Я даже не замечаю, что вокруг слишком много стресса. И знаете, это делает меня хорошим в своем деле. Рич очень подвержен стрессу. Я все еще пытаюсь доказать отцу, что я чего-то стою. Думаю, в этом ключ. Я сын человека, который учился в бизнес-школе в Уортоне и у женщины-художницы из Италии. Думаю, что это идеальное сочетание, как раз то, что нужно для рекламы. Что еще желать? Девиз нашей компании — искусство на службе капитализма. Я хотел бы сказать вам, что мы были слишком умны, чтобы знать, где он собирался пройти. Нашей целью было сделать хорошую рекламную кампанию молока в Калифорнии и перезапустить этот продукт, который был с нами, можно сказать, от начала времен. Мы поставляем на рынок молоко вообще. У нас нет брендов молока. Если вы спросите людей, какую марку молока они покупают, они скажут вам «в красном пакете» или «2%». Я покупаю 2%, это мой бренд. Продажи молока падали примерно на 4% в год, поэтому каждый год был тик-тик-тик. Все покупали молоко как нечто само собой разумеющееся и говорили, может взять еще газировки? Если вы Nike или Snapple, вы можете ввести в продажу новые вкусы, новые бутылки, новые пакеты, новые туфли. Мы же просто продаем белое молоко в галлонах. С 1993 года ничего не изменилось. Задача состояла в том, чтобы заставить людей убедиться, не кончилось ли у них молоко.
А это означало купить и немного больше. У них была доска для презентации, не было заголовка, и кто-то спросил Джеффа Гудбай: «Что бы вы написали в верхней части доски?» И я сказал: «Почему бы не написать там просто «Есть молоко»?» И кто-то поправил его и сказал: «Да, но, Джефф, это неправильно, она должна быть: достаточно ли у вас молоко?» «Есть молоко». И я смотрю на него, и я говорю: «Это отвратительно, это плохо, это неуклюже». И я сказал: «Нет, мне нравится. Есть молоко? Я думаю, что это круто. Это так коротко, почти ничего». Это сработало. Лучшая реклама почти всегда начинается с чего-то правдивого. Сотни миллионов долларов были потрачены на то, чтобы убедить людей: молоко полезно для вашего здоровья. Вы бежите 100 ярдов, а затем пьете молоко. Это была неправда. Люди не пьют молоко после того, как пробежали 100 ярдов. Я не думаю, что это для кого-то полезно. То, что действительно происходит, вы режете клубнику, кладете ее на хлопья, садитесь и: «О, нет! У вас кончилось молоко. Ах, мне нужно молоко». И это правда. И это все. Все. Мы и понятия не имели, как далеко пойдет этот слоган. Есть молоко? Можно было бы потратить все свое время и все свои деньги, пытаясь засудить всех, кто украл эту идею, но это не увеличит продажи молока. Более важным было то, что так они оказывали нам услугу. Есть вмятины? Это повсюду. Есть мусор? Это очень сексуально. В мире нет другого вида массовой коммуникации, который был настолько нацелен на определенную аудиторию, как реклама. У вас есть немного времени, чтобы кого-то заинтересовать, и вы должны сделать это качественно. Это как хайку или как айрон. Или то, что мы сделали для молока. А теперь случайный звонок и сегодняшний вопрос ценой в 10 тысяч долларов. Это сложный вопрос. Кто стрелял в Александра Гамильтона на его знаменитой дуэли? Итак, сейчас мы ответим по телефону и услышим, что нам скажут. Привет. Здравствуйте. Вопрос на 10 тысяч долларов. Кто стрелял? Простите? Я боюсь, что время уже на исходе. Простите, может быть, в следующий раз. Есть молоко? Думаю, что мы развлекаем общество, рекламируя продукцию своих клиентов. Клиент может этого не понять и решить, что мы не думаем о его продукте. Конечно, мы думаем о продукте, но я считаю, что мы должны сделать что-то интересное, что-то особенное, и общаться с аудиторией в развлекательной форме. Я хочу сказать, я всегда говорю людям о том, что реклама — это искусство. Вы знаете, я делаю что-то, предлагаю это людям, и это меняет их. И как мы надеемся, это обогащает их, заставляет их что-то почувствовать. И это необходимо сделать с миллионами людей одновременно. Я всегда проводил различия между теми чувствами, которые испытывает один человек, когда видит какую-то вещь, и когда он идет и говорит: «Вау, это круто. Я хочу пойти рассказать об этом своим друзьям». Вы испытываете чувства как отдельный человек и знаете, что миллионы других людей испытывают их в то же самое время. Меня зовут Дэвид Кеннеди. Моя винтовка номер 1944-79-3. Группа крови О. Атеист. Не атеист. Творческим людям необходимо чувствовать себя в безопасности на глубинном уровне, и при этом они могут быть очень рискованными, когда делают свою работу. Я попытался создать подходящую атмосферу, в которой здесь работают люди. И пусть они расслабляются и чувствуют себя самими собой, и будут дерзкими. Вы видели гнездо? Вы были наверху, видели гнездо? Это пластиковые прищепки. На этой стене примерно 100 тысяч прищепочек. Это было нелегко. Потребовалось 4 дня и 4 ночи работы нон-стоп, чтобы это сделать. Фон изготовлен из защелки.
Простым способом было бы сделать черную надпись и оставить стенку пустой. Но они выбрали нелегкий путь. Это прекрасно выполненная концепция. И я думаю, что это должно оставаться здесь вечно. Это как Бейб Рут, который пытался забить мяч. Пускай вы пропустили мяч, но, по крайней мере, вы взмахнули битой так, как только могли. За свою карьеру у меня было более 9000 шот-аутов. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз я был почти у победы, но промахнулся. Я проигрывал, проигрывал и проигрывал. Вот почему я добился успеха. Я ни разу в жизни не терпел неудач. Вероятно, они были, но я забыл о них, потому что нет ничего, чему вы можете научиться из неудачи. Если вы сидите и думаете, из-за чего вы потерпели неудачу, вы просто пожираете сами себя. Потому что ты не занимаешься делом. Неожиданно появляется это. Джордж, будь осторожен. Моя мать говорила, чтобы я был осторожен. Мой отец говорил, чтобы я был осторожен. Все говорили, чтобы я был осторожен. Ваши учителя говорили вам, чтобы вы были осторожными. Когда я пришел в рекламу, все вокруг говорили, чтобы я был осторожным. Профессиональные, думающие левой частью мозга, имеющие диплом MBA, мотивированные люди составляют основу очень многих компаний. Там нет творчества, там нет интуиции, там нет доверия. Люди думают, что лед толщиной в 10 сантиметров, а на самом деле он толщиной в метр. И я всегда всем говорю, у вас есть сила, сделайте больше, чем то, что вы делаете. Я предпочитал бы иметь дело с тираном, чем с комитетом. Комитеты, как правило, не готовы рисковать. Когда у вас есть комитет, то вам не нужно брать вину за возможную неудачу только на себя. Они смотрят на что-то и говорят, о, это интересно. Или они говорят, это интересно, попробуйте это, а мы посмотрим. Рекламный бизнес отличает то, что мы должны убедить клиента купить наши идеи, а затем показать его продукт потребителю. Вы должны уметь говорить с людьми, которые не похожи на вас, и убедить их сделать то, что им не нравится. В этом главная задача. Они сделали известную рекламу с лягушками к финальной игре, Super Bowl. И все слышали, как они квакают. Budweiser. А на следующий Super Bowl один из маркетологов сказал, «Знаете, я не смог сделать ничего с лягушками, и я думаю, что мы должны остановить эту кампанию». Остановить кампанию? Интересно. Мы не должны прекращать рекламные кампании, мы должны сделать нечто, что убьет лягушек. И мы убили лягушек на Super Bowl. Все в офисе думали, что это сумасшедшая идея, за исключением Августа Буша III. Он, как вы знаете, диктатор-самодержец, который управляет компанией. Это было как в кино. Он сказал, это смешно, мне это нравится. Мне нравятся эти ящерицы. Эти ящерицы действительно смешные. Что такое? Я не электрик, но это должно быть опасно. О, боже. Бад? Луи. Фрэнки, в конце концов, каждая лягушка когда-нибудь доквакает. Это не смешно. Я смеюсь, когда мне грустно. А какое это имеет отношение к пиву? Понимаете, это было просто забавной штукой, о которой мы хотели рассказать друзьям. Вы это видели? А я видел. Если во всем этом и есть доля правды, то это не правда о продукте. И это даже не правда о ваших отношениях с продуктом, когда вы его покупаете. Это звучит глупо. Но я думаю, что правда в том, что вы причисляете себя к людям, которые понимают этот юмор. Например, вы говорите себе, я являюсь частью этой группы. Бренды очень похожи на людей. Вы думаете о них. Насколько этот бренд интересен? Хотели бы вы пригласить его на обед? Он всегда в одном и том же настроении, или иногда он смешной, а иногда серьезный. Самое интересное в брендинге, что вы не просто даете идею клиенту, но даете нечто самой компании, сообщаете им о том, кто они есть и кем себя ощущают. Понимаете, о чем я? Какую они играют роль и какова степень их ответственности в большой экономике. Это похоже на помощь при родах, когда на свет появляется что-то удивительное. Это команда Apple, которая основала Macintosh. Каждый год во время игры Super Bowl кто-то звонит и хочет поговорить о 1984-м. Люди продолжают пытаться объяснить, почему это был такой прорыв. Некоторые указывают на то, что мы никогда не показывали продукт. Некоторые указывают на то, что на Super Bowl
Собралась огромная аудитория, и никто никогда не делал ничего настолько грандиозного. Некоторые люди указывают на то, что мы запустили ролик всего один раз. Но я думаю, что на самом деле причина в том, что все, что не происходит, все к лучшему. Во-первых, мы действительно сделали нечто, что было революционным. Макинтош и графический интерфейс все изменили. Не так уж часто в истории рекламы вы можете сказать людям: «Появилось что-то великое, и вы можете купить это». А во-вторых, у нас был клиент, который верил, что мир меняется, и сказал: «Идите и сделайте мне рекламу, которая не будет похожа ни на что, созданная когда-либо прежде». В-третьих, что-то произошло с английскими режиссерами, которые, как мы знаем, создали жанр рекламы, который не совсем прижился в США. Потом был очень испуганный совет директоров. Все сказали: «Это глупо. Вся компания работает на этом компьютере. И ты тратишь все эти деньги на рекламу, которая даже этого не показывает». Тогда Джобс и Возник посмотрели друг на друга и сказали: «Мы заплатим за половину, если компания будет успешной». Сегодня мы празднуем первую годовщину славной Information Purification Directives. Впервые в истории мы создали абсолютно чистую идеологию. Это сад, где каждый работник может свести и не беспокоиться о вредителях, противоречивых мыслях. Объединение наших мыслей является более мощным оружием, чем любой флот или армия на Земле. Мы один народ, с одной волей, одно решение, одна причина. Наши враги заговорят себя до смерти, и мы похороним их вместе с их стыдом. Мы победим! «24 января Apple Computer представит Macintosh, и вы увидите, почему 1984 больше не будет похож на 1984. Все, что было сделано, чтобы запустить этот продукт, было сделано по-новому, из-за этого продукта. Монтаж видео, монтаж музыки и звука, все средства производства, которые есть на телевидении, все инструменты, которые мы используем для создания журнальной рекламы. И я до сих пор говорю, каждая компьютерная компания на планете делает свою рекламу на Macintosh. Я никогда не был общительным. На самом деле я был очень тихим ребенком, и когда я попал в рекламный бизнес, мне было больше 30 лет. Тогда я решился начать говорить на собраниях и высказывать свое мнение по разным вопросам. Если бы Земля была наклонена немного левее, этого бы, вероятно, не произошло. Если бы континентам пришлось ждать день или два до того, как начать дрейфовать, и если бы дождь не пошел в тот день, и луна не была полной, кто знает, возможно, не было бы города под названием Вержес. Или источника под названием Перье. Во время Великой депрессии мой отец перепробовал множество профессий. Он с трудом зарабатывал себе на жизнь. Как и много людей тогда. Он был писателем, он был карикатуристом, был хорошим и веселым продавцом и многим-многим другим. Все же он по-настоящему был неудачником. В конце концов, его посадили в тюрьму за подделку чеков. Так что я не видел его очень долго после этого. Я думаю, что проблемы, которые были у моих родителей, то, что моего отца не было рядом, что эмоции, которые я недополучил в своей жизни, думаю, реклама помогла мне получить те вещи, которых у меня не было в детстве, испытывать то, чего я не испытывал в своей жизни. Я упустил много вещей, конечно, у меня не было такой замечательной семьи, которыми мы так восхищаемся. Но думаю, что в моей работе есть многое из того, чего у меня не было в жизни. Моя работа все это компенсировала. Когда американцы смотрят рекламу Хэла Райни, они видят и покупают часть той жизни, на которую они хотели бы, чтобы была похожа их жизнь. То, на что они хотели бы, чтобы было похоже их детство. То, каким они хотели видеть своих папу или маму, или такой дом, в котором они хотели бы жить, или такой городок, в котором они никогда не были. То, чего никогда не было.
и не могло быть у людей в Америке. То, чего люди не понимают, это самого Хэлла, того, какой он человек, что он чувствует. Он создает образ того, какой хочет он видеть свою жизнь. И это так привлекательно. Он всегда вселял в меня ужас, Дэн Вейден. Он всегда говорил вам все, что он думает. Делать большую рекламу — это очень эмоциональный, очень сложный процесс. Он не для слабонервных. Это было необычайно интересно — присутствовать при рождении таких вещей, глубоко задевающих в человеке культурную жилку. Когда делаешь эти вещи, ты не смотришь на них, иначе ты сделаешь их неправильно. Было ясно, что миссия Nike — это в первую очередь обслуживание спортсменов. Но в конце 80-х понятие «спортсмен» далеко вышло за рамки профессионального спорта. Люди по-настоящему только начали работать для фитнеса. Раньше эта область не была так развита. Все, к чему когда-либо стремилась Nike, это вдохновлять людей на занятия спортом. Для компании это очень неплохая цель. На самом деле нас вдохновил на это человек, которого должны были казнить в Ютезе за убийство. И его последние слова у стены были «делайте». Так что я подумал, но я бы переделал это в слова «сделай это». Когда я пришла в Nike, об этом никому не говорили. Видно, они не хотели, чтобы кто-нибудь понял, каково происхождение этой фразы. Нас это не особо волновало. Мы думали, да, это подойдет. И мне кажется, что это сложилось так же, как и очень многие вещи в нашей жизни, по чистой случайности. Люди начали вдумываться в этот лозунг гораздо больше, чем думать о спорте. По-моему, они были удивлены и восхищены, но они признают, что это их абсолютно шокировало. Я думаю, что это хороший лозунг для жизни. Сделай это, и все. Создается впечатление, что это может сделать любой. Это отчасти подтолкнуло меня к тому, чтобы обновить свою карьеру. Сделай это, и все. Я учился в старшем классе школы, этот лозунг придал мне храбрости пригласить одну девушку на выпускной вечер, и она согласилась. Люди применяют его ко всем случаям задержек, проволочек или нежелания делать что-либо. Некоторые женщины писали нам, «Я, наконец, ушла от него». Они развелись с мужьями под влиянием этого лозунга. Я начал получать письма от людей, у которых были психологические проблемы и всевозможные другие проблемы. И для них эта фраза и такой взгляд на мир были чем-то гораздо более глубоким, чем то, что мы привыкли считать. Если вы дадите мне позаниматься спортом, я буду любить себя больше. Я стану увереннее в себе. Если вы дадите мне позаниматься спортом, Позвольте мне, и у меня на 60% снизится риск рака груди. Я буду меньше страдать депрессией. Если вы дадите мне заниматься спортом, я сумею уйти от человека, который бьет меня. Я люблю спорт. Может быть, слова «сделай это» сделали людей мира более здоровыми. Может, они и правда пошли и что-то сделали. Может быть, они побежали больше и больше играли в игры, и на самом деле стали здоровее. Но компания оказалась успешной благодаря тому, что приятное людям утверждение, идея, что мы можем улучшить свое здоровье, оказалась созвучной коммерческому стремлению продать людям целую уйму спортинвентаря. Люди не против того, что им продают, если они понимают, почему это происходит, и им нравится этот процесс. At
В то же время, надеюсь, что люди понимают, что бренды могут быть опасны. Они как телеканал, который, если вам нравится, то ваш мозг сразу фиксируется на нем. Ты как собака, ждущая, чтобы что-то случилось. Это опасный вид внимания. Им могут злоупотреблять, и я думаю, величайшее злоупотребление — это когда люди обращаются с другими, как с идиотами. Их тренируют так, будто у них нет чувства юмора. Это величайшее преступление. Я не люблю, когда мои дети смотрят плохую рекламу. Я, как и все остальные, я думаю, что это плохо для них. Я понимаю, почему люди ругают рекламу. Потому что среди рекламы масса дряни. Рекламщики на самом деле не стремятся показать что-то творческое или вдохновляющее. Они работают на низкие истины. Нам нужен 30-секундный ролик, чтобы просто показать людям эти 5 свойств продукта. Это слишком приземленно. Можно сделать гораздо больше. Я смотрю много рекламы по телевизору, и я думаю, неужели никто нигде не сказал, это неинтересно, это никого не привлечет? Кто-то должен говорить это в каждом конференц-зале, где утверждаются рекламы. Мы заслуживаем некоторого гнева, потому что мы не ограничиваем себя и делаем вещи, которые нужны другим. Рекламой занимался мой отец, и поэтому я всегда думал, что реклама — это самый продажный бизнес из всех. Он допоздна не ложился спать, мало бывал с семьей и подолгу беседовал и задушевно беседовал с людьми, которых он... Я знал, это очень не любил. Но он был так мил с ними, что это выглядело двуличием. А он ведь был прекрасным человеком. Поэтому я вывел для себя, что занятие рекламой надо избегать любой ценой. Нас свело парадоксальное чувство любви и ненависти к этому бизнесу. Я провел 15 лет в Чикаго, прежде чем переехал сюда, и я ненавидел рекламу. Поэтому я часто лгал. Я говорил учителям моих детей, что работаю дизайнером. Я не произносил слово «реклама». По большей части реклама довольно агрессивна, навязчива, она раздражает. При этом она должна базироваться на общем интеллектуальном знаменателе, так что такой работой сложно гордиться. Но я считаю, что когда реклама сделана хорошо, то плакат или щит, который искусно и красиво рекламирует бренд, в какой-то степени могут даже считаться произведениями искусства, если хотите. тысяч кадров за время сессии. Это последняя группа для вертикалей. Нам удалось уменьшить их количество до 50. Мне кажется, что последние расположены здесь, внизу. Вот этот и еще вот этот. При этом они не выходят за рамки серии. Чуть больше специфичности, чтобы выразить его характер. Волосы — это беспроигрышная тема. Вот это классно. И какую же форму примет шнур? Мы позвали преподавателя латиноамериканских танцев, и он сказал, вот этот элемент явно самбо, и он начал танцевать самбу. Это такой парный танец. Он показал, каким он может быть. Забавно, потому что мы пригласили его в качестве консультанта. Он должен был высказать свое мнение, а он стал танцевать. Такие вещи становятся шедеврами. Пару сотен лет назад в Париже Тулуз-Лотрек делал плакаты, которые расходились по всему Парижу. На них было напечатано приглашение на Берже Фоли. Теперь это считается искусством. До нас дошли целые альбомы шедевров Тулуз-Лотрека. А ведь он тогда рисовал только, чтобы привлечь людей в Фоли-Берже. То есть он создавал рекламу. Я думаю, что делая хорошую рекламу, мы творим искусство.
Это бизнес отторжения. Вещи постоянно погибают. Взявшись за работу, вы убиваете свои идеи. Потом вы показываете их коллегам, и они тоже убивают пару идей. Потом вы показываете их клиенту, и он тоже их убивает. Потом вы показываете их фокус-группе, и она тоже убивает идеи. А потом вы снова показываете результат клиенту, и он говорит, что ему не нравится, потому что проект видела его жена. На этот процесс иногда уходит целый год. Целый год вы занимаетесь тем, что убиваете идеи, и это очень тяжело. Требуется очень благоприятная атмосфера, чтобы люди не впадали в отчаяние и продолжали работать. В этом бизнесе не может быть комитетов, в нем не может быть формул. Этот бизнес, если уж на то пошло, это вообще не бизнес. Его не обязательно должны вести крупные агентства. Для него требуется парочка талантливых людей. И если вам повезло, как мне, и вы окружите себя такими людьми, то вы, вероятно, добьетесь успеха, потому что таких людей мало. Поверьте мне, в этом бизнесе много людей, но чертовски хороших по-настоящему мало. А еще меньше тех, кому разрешают нормально работать. Человек не должен работать, думая только об оплате. Он должен быть выше этого. Он предлагает выход для крупных бездушных корпораций, которые порабощают личность. Мы обучаем их, скажем так, общаться с людьми. Зачастую они просто не знают, как общаться с реальным миром. Они как одинокие звери в своих норах. Но мы помогаем им оттуда выйти. Я думаю, что у художников есть потребность самовыразиться, рассказать свою историю. Только если вы уйдете из капиталистического общества и создадите общество коммунистическое, то у вас не будет никакой необходимости в рекламе, поскольку у вас будет только один вид мыла или автомобилей. Только в таких условиях у людей не будет желания делиться друг с другом и в чем-то друг друга убеждать. А если люди не говорят, вы должны купить этот автомобиль или вы должны купить этот компьютер, то они скажут, надо свергнуть правительство. У меня была насыщенная жизнь, очень занятая, но во мне бурлила энергия. Возможно, потому что я не боюсь. Я никогда не боялась идей или моих мыслей. Я не боялась экспериментировать или чему-то учиться. Я люблю новые идеи. Если у кого-то есть лучшая идея, то это здорово. Для меня это как удар молнии. Когда у вас рождается идея, вы думаете, «Боже, по-моему, это очень, очень важно и очень круто». И люди это чувствуют. Так что если вы умеете пользоваться своим талантом, то вы можете сотворить много потрясающих вещей. Креативность может разрешить любые проблемы. Любые. Фильм озвучен кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу телеканала «24 Док» в 2013 году.